Между прочим, смотрю, как лучше украсить парк. Вот тут, например, очень празднично будут смотреться гирлянды. Погоди, мы у Янга даже разрешения еще не спросили. Разрешение на что? Акула! Уважаемый Янго, нам в Академии дали задание провести в Янголенде новый звездный год. Можно? Это который с отчетами и папоротниками? Только не это, скучище. Да нет! Теперь мы празднуем Новый год по-земному! Со снегом, елкой и украшениями! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Космической чертой рубится песок рой. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Земной Новый год – это снег! Это хоровод! А водят хоровод вокруг ёлки! Круто, конечно. Но что в этом супергеройского? Как что? Новый год – это суперпраздник с настоящим супергероем – Дедом Морозом! Ладно, я согласен на суперпраздник. Но при одном условии. Супердедом буду я. Чуть не забыл. Если приплывут рыбоудильщики, они приплывут. Вы уж их встретьте и позаботьтесь как следует. Понимаете, о чем я, да? Интересно. Дед Мороз. Хоу-хоу-хоу! Так, рыбы-удильщики. Рыбы-удильщики! Может, все-таки в Академии Новый год проведем? С папоротниками, отчетами? Похоже, защита парка от злых рыб – наше новое супергеройское задание. Точняк! Янга нас проверяет! Значит, нужно успеть и праздник организовать, и от рыб защититься. Тогда Рой поможет мне все украсить, а вы с Солом позаботьтесь об удильщиках. Ой. Похоже, украшений нам на весь парк не хватит. Странно. Мне казалось, мы два ящика брали. Да сколько ни бери, вечно не хватает. Так, мы же на дне океана. Тут должно быть много всего красивого. Морские звезды, кораллы, ракушки. О, кажется, я уже что-то нашел. Так, ракушка-хлопушка готова. Все ловушки расставлены. Теперь рыбам-удильщикам не поздоровится.
это что за разносол? Зиги, тут чистая логика. Чем больше котов, тем меньше рыб. Я не уверен, что нарисованные коты сработают. Это твои ловушки не сработают. Сработало! Рыбы-удильщики! Только это не рыбы-удильщики. Ой, хватайся! Шустрик, отойди! Дай я попробую! Стой, это же! Ракушка-хлопушка! Так вот куда все украшения делись! Ничего, сейчас все развесим, пока гости из Академии не... Вы все прилетели. Добро пожаловать на самую крутую новогоднюю вечеринку! Всегда мечтал попасть в Янголэнд. Снеги, пошли кататься. Ничего новогоднего. Парк как парк. Даже украшений нет. Могли бы хоть постараться. Ха! У нас впереди еще масса сюрпризов. Салют? Вот так удивил. Сол, тревога! Они здесь! Спокойно. Мои солы их остановят. Кадеты! Эти коварные рыбешки хотят испортить нам праздник! Стоп, подождите! Давайте сперва спросим, чего они хотят? Да, скорее мы нападаем. Хоу-хоу! Вы что тут устроили? Хоу-хоу! Мы заботимся о рыбах-удильщиках, как мы и просили. Позаботиться, да. Но как о гостях парка и моих соседях? Мы приплыли на праздник, а они сразу драться. Это крутиксы нам сказали. Простите нас, пожалуйста. Мы все неправильно поняли. Мы думали, вы злые. А вы, оказывается, добрые. Хоть и очень страх. Страшно красивые. Янго, так это был ваш очередной новый супергеройский урок? Какой еще Янго? Я Дед Мороз. И вот вам мой подарок. Ю-ху!
Так, стулья левее. Кто старейшин вверх ногами повесил, ну? Да куда ты скамейку? Ладно, я сам. Меганосик, сюда! А что здесь происходит? Пошли отсюда, пока не припахали. Все готовятся к празднику. Отмечаем Новый Звездный Год. Ура! Новый год! Новый Звездный Год. Древний праздник. Тот самый день, когда динозавры улетели с Земли. В этот день Академию посещают старейшины, чтобы выслушать доклад Макса о наших успехах за год. А папоротники зачем? Папоротники напоминают старейшинам о родной планете. Скукота! И это Новый год? Новый год — это снег. Новый год — это елка и звезда. Новый год — это вкусная еда. Новый год — это доклады, это папоротники, это порядок. Раз для вас главная еда, идите украшать столовую. Мы им покажем настоящий Новый год. За космической чертой Руби, Сики, Самурай. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Руби, Сики, Самурай. Руби, Сики, Самурай. Руки вперед. Уверен, что это хорошая идея. Директор Шикайзер сказала... Украсить столовую. Вот, уже по-новогоднему. Осталось найти снег, новогодние украшения и елку. И где мы найдем в космосе елку? Рисуем на стене. Ага. Может, вообще все нарисуем? Тогда слепим из пластилина. Твоей лепкой только ворон пугать. Ну, переоденем дикобраза Дарца. Опять все делать самому. Я в оранжерею. О, молодцы кадеты. Еще 123 раза, и все. За что? Они просто растут очень медленно. А? Значит, надо их ускорить. Термопушка! Ой, переборщил. Вы что натворили? Простите, капитан Топс, мы сейчас все исправим. Да, ой, семена кончились. Да времени в обрез, старейшины скоро будут здесь. Ну-ка шагом марш в оранжерею. Слишком мягкое. Ау, слишком колючее. Слишком странное. Чего-то не хватает. Сорят и сорят. Я верну. Я верну! Красота!
теперь снег. А? Фу! Добыть не получилось. Я с ним разберусь. Академии защитили 48 новых планет, что на 6% больше, чем в прошлом. Что? А где кадеты Руби и Зиги? Так это, за семенами они ушли. Ничего, мы сейчас все по красоте сделаем. Директор Шикайзер, корабль старейшин прибыл. Ты со своим Новым годом, слюнявый! Эй! Внимание, кадеты! В Звездную Академию прибыл совет старейшин! Разберитесь здесь, а я попробую их задержать! Крутиксы вперед! Перед официальной частью предлагаю вам немного подкрепиться. Макс, собери кадетов в столовой. Здравствуйте, уважаемые старейшины! А вы знаете, что в этом году кадеты Академии защитили 48 новых планет, что на 6% больше, чем в прошлом? Меганосик, помоги! Ребята, вы тоже! Так, хоровод и елка есть. Только снега не хватает. Сейчас организуем. Меганосик, пли! А еще мы делаем оладушки из космических водорослей, которые на 12% полезнее, чем в прошлом году. Кадет Руби. А папоротники будут? Я все объясню. Впечатляет. Блестяще. Кстати, это все моя идея. Да, это была идея Крутиксов. А папоротники будут? Теперь перейдем к цифрам. В этом году кадеты Академии. Вообще. Чего-то все-таки не хватает. Да,
годом! С Новым Звездным Годом! Спасибо, Сдики. Ну, мы же команда. Ты давай клей, не отвлекайся. Наш макет должен быть лучшим. Ух ты, какой у них красивый макет. Я нечаянно. Только иди сюда. Макс, рейтинг. Сегодня, в день основания Звездной Академии, к нам приедут старейшины. Мы для них украшали зал, делали выставку макетов, готовили праздничный банкет. Вот что теперь прикажете делать? Может, еще сплясать перед ними? А это и правда отличная идея. Старейшины и так увидят, как мы учимся. Давайте покажем им наши таланты. Устроим шоу. А что? Звучит празднично. И я знаю, кто победит. Самый быстрый кот в галактике. Это суперсила, а не талант. Все эти конкурсы ерунда. А победитель получит дополнительные баллы рейтинга. Есть идея номера на самодельных музыкальных инструментах. Точняк! Самодельный светлячковый генератор. Устроим световое шоу. А я могу так красиво лаять. Ай, какой-то цирк. О, а давайте жонглировать клубками. Я в этом спец. Вы не дослушали про мой номер. Да понятно, музыка, но мой генератор круче. Эй! На земле мне даже награды за лай давали. Да, чтоб перестал лаять. Ну и ладно. Ну и ладно. Все равно вы не умеете жонглировать. Сики, идея с танцами просто класс. Я знаю пару движений. Никаких танцев. Я же хамелеон. Выйду на сцену, пару раз сменю окраску, и победа наша. А как же я? А как же танец? Мы ведь команда. Да, команда, которая победит. Но для этого мы должны испортить чужие номера. Я хочу танцевать. Мне надоело пакостить. Ну и ладно, сама справлюсь. Так. Да.
кадеты и преподаватели. Мы начинаем шоу талантов в честь дня основания Звездной Академии. Первый перед вами выступит кадет Ванда. Ой, спасибо! Спасибо тебе, Атоли! Толи, ты все испортил! Нет, наоборот, я спас их добера. Почему ты не хочешь бороться честно? Хочешь знать почему? Хорошо, слушай. В детстве я тоже любила танцевать. Но однажды, во время такого вот конкурса... Один противный енот отключил мне музыку. Так я поняла, что победить можно только хитростью. На сцену приглашаются крутиксы. Зи, ты зачем притащил свой генератор? Это же мой номер. Твой? Ты же сама написала, что будем делать мой. Вы же хотели со мной лаять. Ага. Гав-гав-гав. Размечтался, слюнявый. Зи, ты же сам это лучше. Некогда спорить. Мы команда. Давайте сделаем общий номер. Ну уж нет! Никакого номера не будет! Пусть попробует выступить в темноте! Скажи, как ты считаешь, тот енот поступил правильно? Ведь ты ведешь себя точно так же! Ну и пусть! Зато я утру нос этим крутиксом! А я все равно докажу, что побеждать можно честно! Ага, конечно! Крутиксы, стойте! Пожалуйста! Выступает кадет Толли. Победа вам не светит! Надо ему помочь. Поздравляю всех участников шоу «Талант». А дополнительные баллы получит самый яркий номер. Макс, рейтинг. Ура! Мы победили! И сделали это честно. С днем Академии! Huh?